Everyone on base, until instructions are given, do not make a sound. Stop all construction work. I repeat, do not make a sound. This is not a drill. Так. Опять джойстик не видит. Угу. Так, ладно, сейчас, секунду. Вот. Сейчас. Не знаю, что не такое. Вроде отмечено, что клавиши все как бы отмеченные. Но почему-то он их не видит. Так, ладно, все. Нет, новая игра нам не нужна. Нам нужна старая игра. Поехали. Блин. Хиногерс, блин, пришлось пропустить сегодня. Ну ладно. Завтра наверстаю. Так. Теперь бы вспомнить, что мне нужно делать. Я вчера смотрел, точнее, позавчера, куда там нужно идти. Ну, подзабыть. Так, ладно. Сначала пойти узнать, что там вода, потом вернуться, сказать девчонке, и потом идти к ее бате. Кажись так. Да, я вообще надеюсь, что оно все идет, конечно, потому что народу нету. Ну, это понятно. Так, ладно. Так. Я отсюда пришел, правильно? Да, вроде отсюда. Так, значит, нужно повторить всю эту схему. Что-то у меня... Нехорошая светится. Так. Так, так, так. Я уже забыл, где оно все находится. А, да, Локс, нет, это не... Кстати, спасибо, что написал, это значит на эту и пошло. Спасибо. Нет, это не резидент 3, 3. Там я Даши вроде ж менял. Это Дэд этот, как там его... Ну, короче, это игра Сатурна. Забыл название. Там в Даше поменено. Так, сначала зайти сюда. Короче, это такая... Это в свое время это был ответ Сеги на Resident Evil 1. Это ни в коем случае не клон, короче, просто игра в подобном сеттинге, то есть... Тут тоже зомби, ну не зомби, тоже эти мутанты. Ну, на самом деле, тогда таких игр было много. Да их и сейчас, на самом деле, много. Так, вот мы смотрим это. Так, теперь идем к девчонке, говорим с ней, потом идем, и должен появиться ее батя в одной из комнат. Если он не появляется, то... Я помню, что я прохожу... Блин, ну я не помню, как она называется по-английски. Dead как-то там, короче. Dead Sphere, по-моему, если не путаю. Да я, блин, должен был в Хиногерс играть. Точнее, Хида. Ну, блин, не получилось. Пришлось вот только сейчас мог начать. Но в нее я сейчас не хочу играть. Просто ее там нужно читать, а я под вечер не хочу уже читать. А в эту побегаю. До 10 еще времени много. Только сейчас только получается сколько сейчас? 6 часов. Что я тут еще...
Ну, скорее всего, пройти не пройду, но какое-то время. Так, нет, мне не сюда. Да, куда мне тогда? Мне тогда получится в дверь, и в какая-то из комнат, левая или правая, будет с девчонкой. Поговорить с ней, потом к бате, потом опять вернуться к ней, а потом уже, короче, после этого идти в место, которое, я не помню, где находится, но надеюсь, разберусь. Я вообще должен был в нее вчера играть, но не захотел поздно начинать после Михалыча. Кстати, как там со звуком? Вроде должно быть нормально слышно, но если что, могу добавить, убавить. Ну, по-моему, нормально, я обычно ничего не менял из прошлых настроек. Тут, если что, разговор в игре тихий, а в роликах громкий, а в самой игре тихий. Но это, видимо, баг то ли эмуляции, то ли из самой игры. Кстати, нормально, ну и отлично. Ты не первый, кстати, кто ее дал, кто ее сравнивает с Resident Evil. Ну, в принципе, это и правильно. Наш как бы ответ на Resident, но все-таки они разные. Так. Так, вот мы с ней поговорили еще раз, после того, как я посмотрел ту дырку. Не знаю, может, можно было сразу от нее уходить. А, теперь, по идее, я должен пойти, короче, к этому. В одно место, и там должен появиться другой персонаж, скажем так. Если он не появится, тогда я не знаю тогда, что делать. Тогда я что-то пропустил. Тяжело играть, не знаю английского языка все-таки в эту игрушку. Конечно, мне чат помогает, но и, в принципе, тут, скажем так, все интуитивно понятно. Но иногда все-таки... Ну, в принципе, я сюжет знаю, я уже говорил это много раз. Я смотрел по нее обзор. Достаточно такой длинный, 20-минутный. Там, в принципе, ну, человек подробно рассказал о тех, ну, о персонажах, кто они такие, что из себя представляют, о сюжете игры. 20 минут, в принципе, нормально. Там, конечно, прохождение он не показывал за 20 минут, но зато более-менее все четко рассказал, поэтому все нормально. Так. Мне бы, наверное, еще не помешало бы... Ладно. Можно было, конечно, еще бы потратить лечилку, пойти взять еще одну лечилку, но ладно. Так, вот здесь, вот в одном месте должен пойти ролик. Когда я зайду в одну из комнат. Если он не пойдет, тогда все, капец. Так, это та комната. Сейчас мы должны увидеть... Да, вот это та, типа, короче, это фотография этой девчонки, ну, которая вот там вот стоит. Ну, если что, это она, короче. Ну, видимо, ее мать. That's my family. Sorry. I didn't mean to snoop. It's okay. I was supposed to be on that with my family. You don't get to see your family for several months when you're on a submarine. But that morning, an emergency came up and I returned to the base. My wife and daughter were mad. They went on the tour without me and that was it. I was first notified of the accident after my return, 2 months later. Panic is not permissible on a submarine, so bad news has to wait. I got sick of the military and quit. But it's strange, before I realized it, I was back in the ocean. I know. I should hate the ocean, but I'm here. Well, what did he want? I wanted to ask about the gum gun. It's a gun that shoots out a special resin. It's in the Navy area. Are you planning to do something crazy again? Well, yeah. Well, okay. The lift is ready. Go ahead and I'll follow. Okay. Так, отлично. А вообще, что нам нужно сделать? Нам нужно, конечно, добыть этот газовый баллон. Точнее, не газовый баллон, а кислородный баллон к большому биг-скафандру, чтобы мы могли перебраться на другую часть станции, проход которой отрезан из-за затопления. Но все не так просто. Он находится в том месте, которое затоплено, и нам нужно закрыть дырку, чтобы в то место попасть. А чем мы будем закрывать эту дырку, я не знаю. Чтобы, ну, типа, закрыть дырку и откачать туда воду. Как-то так. Так... С этим мы разобрались. Теперь сейчас обратно нам нужно вернуться вот туда вот. Должен пойти... В общем, должен пойти еще кое-что.
А потом нужно пойти в другое место, и в которое место я уже не помню. Но я разберусь, тут не так уж много мест, на самом деле. Тут проблема в том, что постоянно бегаешь по одним и тем же местам. Вот все-таки в Resident Evil как-то было, ты находишь, например, какой-то ключ, ты его открываешь, идешь вот как бы в новое место. Ты ищешь каждый раз новое место. А здесь тебя могут уже по пройденным комнатам тыкать. Типа, иди в комнату того-то, в комнату сего-то, иди там в комнату, там, не знаю, переработки, в комнату доработки, блин. Я не забываю, как эти комнаты называются. Все это как-то пытаешься, когда на карту смотришь, пытаешься всегда пойти в место, которое не открыто. Блин, и забываешь, что, блин, про открытые места уже. Так, нужно кислородник себе восстановить. Так. Сейчас, если все правильно, то... Так, я опять этаж попутал, нам нужен второй этаж, точнее третий. Ну, вообще, у них как бы получается... Нормальная жизненная игра, никаких зомби. Да, тут мы эти, зараженные, короче, вирусом космическим. Ну, они за место зомби, короче, зомби на замене. Как там их, штрейтбрекеры. Надо же зомби тоже когда-то отдыхать. Тут, когда нанимали зомби для этой игры, все зомби повально пошли, не знаю, в отпуск. Тут, хоп, нашлись зараженные. Так, ладно. Сейчас, тут должна мы... Если сейчас девчонка должна, вот, скажем так, себя плохо чувствовать... То, кстати, вирус такой избирательный, он не атакует людей, которые заражены какой-то болезнью. Вот у меня главный герой страдает простудой сильной, поэтому, как бы, вирус его не атакует. Это, вот, видите, ее нету здесь, все правильно пока развивается. Это как бы дало ему иммунитет, получается. Но это, знаете, напоминает фильм с этим, «Мировая война Z» с Брэдом Питтом. Там тоже, как бы, зараженных вирусом зомби не атаковало. Тут, тут инопланеты не атакуют зараженных. Так. Да, вот она и вот хреновая, видимо, тоже заболела. Это дочка того негра. Что еще раз скажу? У нее типа непростые отношения в семье, как я понял. Ладно, все. Теперь, короче, нам нужно в следующую зону идти. Я вот не помню в какую, точнее, я не помню, где она находится, но думаю, походу разберемся. Ой, если бы я все-таки разобрался, быстрее, чем лучше. Куда же эта зона? Ладно, сейчас, сколько у нас времени? Минут 10 побегаю, если я не разберусь, короче, то пойду на YouTube смотреть. Ну... Ну, это... Энтропия. Это только при условии, не знаю, там, если зомби или мутанты нападут. В нормальном, скажем так, в жизни этот план не сработает твой. Он только навредит. Хотя, учитывая, что у нас тут делается, я не удивлюсь, если у нас завтра что-то начнется в таком роде. На всякий случай, да? Так, для перестраховки, да, как я понял, мало ли. Так, ладно, выходим. Так, короче, мне нужно сейчас в эту... Как она называется? Карта. Вот не это, вот не это, не это. Вот, по-моему, мне вот сюда вот нужно в доке. Или не... Ну, по-моему, в доке. Я, может, путаю, на самом деле, но, по-моему, в доке. Я это место примерно помню, как он выглядит, но не помню, где оно находится. Так, ладно. Так, едем... Сейчас давайте на первый этаж съездим, потом на второй. Привет, 9. Так. Вообще, на самом деле, нужно бы с этой игрой уже завязывать. Уже я в нее сколько играю. Пора бы уже, кажется, пройти ее. Но вот как-то вот не дается. Но все-таки она на двух дисках. Первый я диск прошел. И все-таки, сами понимаете, игра на двух дисках не будет с
самой быстрой. Тем более, учитывая, что я не знаю английского, все приходится как бы интуитивно понимать. Ну или иначе туповать. Все-таки чат тоже не всегда тут понимает. Тут некоторые загадки весьма и весьма. Так, ладно, тратим эту. Где берем? К счастью, патроны бесконечные, лечилки бесконечные. Ну как, они бесконечные не у меня, они бесконечно дополнять их можно. Вот загадка она была, нужно было починить вот такой вот агрегат, короче. И тоже попробую догадаться, что можно взаимодействовать как бы вот починкой с такими объектами. Я думал, эти объекты, ну, объекты только воздух, допустим, добавить воздуха или, ну, или сохранить меня. Блин, а то, что их можно чинить, короче, это, блин, ты хрен допрешь, блин. Это все равно бы, знаете, если бы вам пришлось бы в Resident Evil починить эту пишущую машинку, чтобы у вас дальше по сюжету продвинуться. И при этом вам да, это, не, про это никто бы что такое, ну, вы бы не понимали, что ее можно чинить. Ну, может, конечно, это говорили, наверное, там, в тексте по-английски, это понятно, скорее всего, это и говорили. Но я-то не знаю, блин. Поэтому я до этого не допер, покуда ж не подсказали мне. Привет, Ракири. А я, ну, я ж посмотрел обзор по игре, так что я более-менее сюжет понимаю. Да я как раз сегодня вот не без дела сидел. Я вообще, да, как она думал, сегодня целый день свободный буду, оказалось, что наоборот сегодня вот не получилось. Так, ладно, сейчас идем. Ты, кстати, как уже от своих... Оттренировался? Так, ну что? Я вышел отсюда... А, в пятницу тренировка. А я думал, тренировка не только в пятницу. Ну ладно, на самом деле, я там не соображаю. Пятница, так пятница. Так, теперь нам нужно в это помещение, по-моему, то ли док, то ли... Короче, сейчас разберемся. Ну, у меня на самом деле времени еще много, как я уже говорил, так что мой напряжен. Мой сбор на напряжение будет продолжаться еще достаточно долго. Как минимум часть К2-3, покуда мне не надоест это дело. Так. Ну вот я вот тоже вот. Сегодня вот. Так, это мне не сюда. Это я помню это место. Это вот вход наверх. А, цифры, а это кислород. У меня как бы, тут, если кислород закончится, то мне, ну, короче, герой будет задыхаться. Ну, он, точнее, не будет задыхаться. Тут, короче, действие происходит на подводной станции. И у нас повреждение, нам, короче, взорвалась фигня, которая электричеством питает нас. Это, видимо, у них сейчас работают резервные генераторы. И взорвалась станция, которая кислород генерирует. Поэтому у нас вот такие проблемы начались. То есть, у нас вот заканчивается кислород, и, ну, его можно пополнять через эти терминалы. И плюс у меня еще есть такая вот фигнюшка, сейчас я покажу ее. Так, айтем. Вот такая фигнюшка, когда у меня, короче, регулятор. Ну это не регулятор, это, короче, так он, ну, в губы ее вставляешь, и там мне запас воздуха. Если я, к примеру, захожу в комнату без кислорода, то я с нее начинаю дышать. Вот у меня это, ну, синенькая, короче, полоска вверху. Она достаточно большая. О, так, стоп, товарищи. Вот только перезарядка здесь тупая. Ну, не в том смысле, что сама перезарядка тупая, в том смысле, что нельзя перезарядиться вне боя. О, и, ну вот, PSP я себе, наверное, скачаю. Да я забываю все это делать. Я, на самом деле, я хотел давно скачать. Просто тот, который обновился, я его уже мог скачать. Я вот, у меня есть страничка, с которой можно качать, короче, эти премиум PSP эмуляторы. То есть до того, как их кидают в открытый доступ. А вот Wii U мне Кейма тоже скинул сюда давно. Ну как давно? Где-то недели полторы назад. Он тоже где-то его нашел, короче, такой, скажем так, не в раннем премиум доступе нашел. Но я пока еще не ставил. Да на самом деле мне пока... Все равно у меня, скорее всего, такой мощный не пойдет, потому что мне какому не хватает. Но что я хочу попробовать, так это в Yoshi хочу этого поиграть. Что бы ты делал, если бы в реале кончился кислород? Сдох бы, наверное, Вайс, что бы я еще делал? А что тут еще можно делать, если кислород кончился? Тут ничего не поделаешь. Кранты только от тебя.
Так, это вот то место, где я должен быть. Сейчас вот давайте. Тут где-то должен появиться вот этот негр. Так, негр не появился. Значит, надо какую-то дверь зайти. А что можно делать, если кислород кончился? Не знаю. Все, короче. Капец тебе. Стоп, это я отсюда пришел. Да на меня на самом деле игроки немало игр, но, блин. Такие какие-нибудь мощные игрушки. Я, по его примеру, поиграл бы в Марио этот, Марио Карт. Но, блин, Марио Карт, он меня не тянет комп, потому что она слишком мощная. Он и на старом-то идет эмуляторе отлично. Но там нужно, у меня, короче, процессор крутится по 100%. Это если бы не i7, короче, какой-нибудь. Ну, или там чем-нибудь AMD-шное аналогичное, то было бы круто, конечно. Но не с моим попросом. А так, оперативы нормальные, они там оперативы он очень мало жрет, ну как мало, по современным меркам где-то там, по-моему, или 6 гигабайт, или иногда даже 4 гигабайта, с оперативой у него все нормально, но протяка ему нужен хороший. Ну а, Вася, а что делать, я не знаю, ты это говоришь, это все равно, что сказать, что тебе завтра бы пристрелили бы, понимаешь, это равносильно этому, сейчас кислород скоро кончится, потому что без кислорода жить нельзя. Это у нас, как ни странно, это у нас наш самый главный ресурс, наверное. Что у нас там? Потом вода идет. Так, а может не сюда вот? Я не помню, ну тут где-то негр должен появиться. Вот, какой-то, вот где-то в этой зоне, короче. А, да, игра только на Sega Saturn. Это эксклюзив Sega Saturn, которая потом больше вот нигде не вышла, 9-й. Это как Panzer Saga тоже есть. Panzer Dragon Saga, короче, тоже очень классная RPG-шка. Ну, как я могу, конечно, только по обзору судить, но она тоже только на Сатурн, к сожалению. Ну, это же был эксклюзив, как бы. Видимо, на Сатурн было в то время тяжело писать, но это не видимо, оно так и было, короче. Поэтому ее не портировали на остальные консоли. Так, стоп, сюда нам не нужно. Так, странно, блин, что-то не происходит, то, что должно было происходить, а здесь должно было произойти то, что тут негр должен был появиться. Я вроде нахожусь в том помещении. Я помню вот это круглое помещение. О, пошло. Sorry to make you wait. I'll lift when I give the signal from the control room. Here, I'll give you this. It's the Navy area ID card key. You'll need this for the Navy area. I owe you one. Okay, anytime. Не, энтропия, тут, скорее всего, не Фьюши дело. Дело в том, что просто это же была сеговский эксклюзив, а Sega в то время, как вы знаете, была платформа-держатель, то есть у нее была Сатурн, потом Dreamcast, и другим она это, скорее всего, не хотела отдавать. Так, а вот... А, блин, это лифт наверх. Я не хотел наверх ехать. Короче, другим, скорее всего, Sega не хотела отдавать. Ну, а... блин, а как мне... А как мне теперь вниз спуститься? Ну, блин, он... Блин, я теперь не понимаю, мне... Ну, почему в портах и не думали? Тогда же... Это ж... Вот, да, спусти меня вниз. Я вот как с ним поговорю, что меня вниз спустил? Ларка же была тогда, к примеру, и на Сатурне была, и на этом, и на PS1, к примеру, и, по-моему, где она там еще была? На Nintendo 64, по-моему, тоже была. Resident Evil 1 тоже был на Nintendo 64, там и на PS1 был, он и на Сатурне был. Просто если бы она изначально задумалась бы как, как мультиплатформа, но этого ж не было. Она изначально задумалась как именно сатурновский эксклюзив, ее писали вот четко под Сатурн, под вот, ну, не думая вообще на что-то другое портировать. Годные игры посоветуют и на мульт PSP. Ну, Вайс, поиграй, короче, во-первых, Ричард и Клан поиграй две части. Потом поиграй GTA-шки три части. Правда, та, которая вид сверху
не очень, на мой взгляд, но в принципе можно. Потом это. Как там. Блин. Silent Hill две части тоже поиграй. Одна переведенная даже. Ой, не знаю. РПГшки там есть уже. Финалка есть. Приквел финалки 7 тоже очень хорошая РПГшка. Что там еще есть? Да, блин, много на PSP на самом деле. Вот 1000 этих жуков, короче, замочить. Короче, я вот недавно, не так давно, скажем так, ее стримил. Короче, там девчонка, короче, такая пиратка с жуками борется. Такая мини-игрушка. Очень хорошая, на мой взгляд. Не знаю. Уничтожить жуков. Так, делаем сейв. Не знаю, мне понравилось. Окей. По-моему, она короткая, там всего-то часа за два проходится. Да блин, на PSP огромное количество игр, просто огромное. И там очень много годноты на самом деле. Так, ладно, заходим. Ну, да нет, это не Денис Сектор, там такая прикольная игрушка, типа, из, она из этого, из, короче, PlayStation Mini, по-моему, так называется. Так, готовы. Сами-то еще на PS2 прошел, не, ну, я там не знаю, где ты что там играл, я, ты спросил, просто я тебе говорю. Поиграй, не знаю, колду поиграй на PSP, эксклюзив, как ни крути. Так, понятно. Ну, давайте сначала зайдем тогда вот в это помещение, которое ближе. Так, что-то тут сейчас случится. Мне кажется, мы с карточку нашу применим. И я даже почти уверен, что, возможно, здесь вот, да? Нет, не здесь. Блин, а я думал, это путь для карточки, он так еще выглядит, так как будто хочешь, чтобы я сюда вставил. Но, видимо, придется вставлять другой пульт. Я знаю. Вот, только бот поиграй, кстати, на PSP. Его тоже на PS2 портировали, но я, блин, что-то не нашел этот порт на PS2, хотя он числится, что он есть. Но мне только бот понравился. Боги войны, кстати, есть две части. Хотя, если у тебя есть Сонька третья, тебе это и не нужно. Но, в принципе, вот если нет, то тоже можно поиграть. Почему бы и нет? 300 спартанцев мне еще понравилось на PSP. Но она на любителей. Некоторые говорят, что она хреновая. Но мне понравилось. Что-то тут... Так. Надо что-нибудь на PSP еще чем-нибудь поиграть. Ну, вот. Да я бы в Ларку поиграл, на самом деле. Но что-то жука нету. А без него... В его реквест играть не хочется. Я уже ее, кстати, скачал себе, настроил. Не-не-не, Фриз, эта игра не была эксклюзива на старте. Эта игрушка как раз вышла на закате. Ее даже, по-моему, в Америке не вышла, только в Европе. Они не успели ее выпустить. Это она уже выходила. Короче, когда вышел Resident Evil 1, этот Capcom спешно решила выпустить, короче, ответ Резиденту. И вот, короче, она успела его сделать только, по-моему, через 2 года или через год, когда вышла уже это... Когда уже вышел Resident 2, под него как бы вышла вот эта вот игра. Ну и, в общем, они на тот момент уже думали о других консолях, они не хотели Сатурн поддерживать, поэтому с этим проблемы были. А так, наверное, если бы, я не знаю, если бы они изначально ее задумывали, как еще Марипушу потом на Dreamcast принести, в принципе. Ну, игра неплохая, на самом деле. Это не трэш, это просто нормальная себе игрушка. Так, стоп, а почему я не могу сюда зайти? Ну, он же дал мне вот эту карточку номер 2, что она не открывает? Блин, народ, надо, что на YouTube не лезть, потому что я не хочу сейчас все время потратить на поиски. Я просто понятия не понимаю, откуда эта карточка, вот тут, что он мне дал за карточку, где мне... Я мог бы сейчас обратно все помещения оббегать, но, блин, я что-то думал, что мне сюда нужно, ну, раз я, получается, спустился вниз, то, значит, здесь будет какой-то ответ с этим, ну, с карточкой. Может, еще раз внимательно это место обойти, может, что-то пропустил тут. Давайте, я нашел этот, как там его, нашел. Ну, блин, я думал, сюда нужно вставить эту карточку, вот сюда вот. Я помнил этот пульт, короче, ну, нет, сюда не вставляется.
А, может сюда, вот, вот сюда, вот, вот, ну-ка. Нет, тоже нет. Ведь сколько огоньков, и ни в один нельзя ставить. А, вот, может сюда. Это коммуникатор, не вставляется. Блин, К2. А чего вообще этот ключ? А, Нави-Ария. Нави-Нави. Так, а где я сейчас? А ну давайте сейчас по карте глянем. Где я сейчас? Нет, я здесь и нахожусь. Я здесь и нахожусь. Нави-Нави-Нави. Стоп. Да, я здесь и нахожусь. Странно. Ну, в смысле, в Нави нахожусь, но и тоже в Ария. Только в какую мне конкретно нужно... Ой, Фрис, надеюсь, ты, Фрис, когда-нибудь Panzer Saga этой заинтересуешься на Сатурне. Все-таки, как-то, я понимаю, ты не любишь на эмуляторах играть, но может когда-нибудь. А может когда-нибудь, не знаю, если Сатурн возьмешь, хотя это вряд ли. Потому что кому он нафиг нужен? Если так подумать, то Sega CD было бы... Ну, на самом деле, на Сатурне есть, конечно, игрушки, но они, блин, многие это эксклюзивы японские, которые на японском. RPG-шки те же самые японские. Там, на самом деле, очень, очень хорошие RPG-шки, если смотрел. По крайней мере, они выглядят как-то прикольно. Но они вот все японские. Блин, что-то я не догоняю, куда нужно вставлять эту... Ну, точно, наверное, не в этой комнате. Так, ладно. Сейчас давайте выйдем. Ну, вроде как ключ от этой зоны, Ария, короче, вот это вот. Я вроде как раз в этой Арии нахожусь, или я что-то я опять не понимаю. Ну, кислород меня не сильно беспокоит, на самом деле, то, что его 26 у меня он целая полоска моего личного заполненная, поэтому ничего страшного. Кстати, кто не знал, когда я стреляю с автомата, пистолета, любого огнестрельного оружия, полоска кислорода быстрее отнимается. Так. То есть, одно и то же, что я вот как бы пытаюсь... Вот, ну, вроде это похоже на фигню, в которую карточки вставляются. Привет, Александр. Сюда подхожу и сюда вот то же самое, да? Ну, не знаю, может, я что-то не так делал. Так. Ну вот. Блин, ну нет, нет, сюда не ставить. Блин, ну на VR. Блин. Ну-ка, сейчас еще раз карту гляну. Ну вот, ну да, вот Нави Ария. Это я там нахожу. По крайней мере, это та зона, короче. Вот, скорее всего, вот, возможно, вот здесь вот эта вот, которая закрытая. Вот сюда вот, возможно, мне нужно открыть, короче. Ну как сюда попасть? Вот, вот эта лестница ведет. Ну-ка. Может, вот это вот, это тоже Нави Ария. И тут есть закрытая дверь. Вот, скорее всего, вот этот коридор мне и нужен. Только как к нему попасть? Ага. А здесь есть вот это вот. Наверное, это ведет сюда вот, а с этого... Да, сейчас попробую так вот сделать. Да-да-да, Ракири, сейчас попробуем. Попробуем. Времени у нас много. Торопиться нам не надо. Так. Так, пятерка это не то получается. Тогда просто дверь была закрыта. Я подумал, раз дверь закрыта, то она должна открываться ключом, но... Так, блин. Кстати, как уже говорил, в этой игре доработали по сравнению с резидентом. Можно ходить одновременно и стрелять, можно кидать гранаты, не знаю, можно бегать с оружием. То есть, все-таки люди поработали, на самом деле, неплохо. Ну вот, судьба злодейка дала им. А может, на самом деле, она и провалилась треском. Все-таки конец консоли, ну, тяжело сказать. Просто если было бы это начало консоли жизни, то Sega наверняка бы ее поддерживала бы. Так, сейчас мы заправимся патронами. В общем, тяжело сказать, я не знаю судьбу этой игры, просто я в нее играю, потому что она мне нравится. Да, расход кислорода при стрельбе увеличивается, но только кислорода, который находится в комнате. Кислород, который я, ну, у меня в губы вставлен, короче, мне он не влияет еще, ну, на мой баллончик. Так, все. Я вообще там нахожусь, где я думаю. Нет, я не там нахожусь, где я думаю. Мне нужно на лифт.
Блин, вот девятый, вот Паразит нельзя сравнивать с Резидентом. Паразит это RPG. Она никоим образом с Резидентом не сравнивается. Паразит это RPG с прокачкой. Это не знаю. Ее можно с финалкой сравнивать, если на то пошло Паразита. Но никак не с RPG, ну не знаю, не с Резидентом. Они просто сюжетом похожи как-то, да. Ну там типа хоррор, и тут типа хоррор, короче. Но это, ну, в смысле, в Резиденте. Это да, еще я могу это понять, сюжетно сравнить. Но не геймплейно. Геймплейно Паразит это RPG-шка. По крайней мере, первая часть. Вторая часть там уже. Я уже не помню. По-моему, там тоже типа, тупо экшен, короче. Там уже прокачки, по-моему, нету. Но первая часть это чисто RPG. Да, она не очень большая по меркам RPG. Но. Ну да, во втором Паразите даже система боя другая. Ну, ты, наверное, про первый имел в виду. Но я это да. Там система боя, вот именно что RPG-шная. То есть это чисто RPG, Паразит, первая часть. Просто она не, по меркам RPG не очень длинная, но это. Скажем так, и не делает ее не RPG-шкой. Так, карта. Во второй есть прокачка. Ну, я уже совсем забыл. Так. Отлично, я в этом помещении. Попробуем зайти сюда для начала. Так, что это было? Да, блин. Капец, и понимаете, что только что произошло? Что он стоял возле меня, короче, но за экраном. Я его просто не видел. Ой, финалка. Надеюсь, мне ничего не помешает финалку поиграть в воскресенье уже. Нужно ее добивать. Так. Так, попробуем использовать наш ключ. Рефрижератор. Рефрижератор. По-моему, нам нужно рефрижератор, но чтобы откачать воду. Но, видимо, сначала нужно не сюда. Так, ладно. Ключ не работает здесь. Хорошо, но это не неплохо, на самом деле. Вот там и дальше есть другие. Так, кстати, мы дополнили воздуха. И сохраним сейчас. Ну да, я знаю, что на PSP есть паразит. Но третья это как бы спин-офф. Там вроде героиня главная та же самая, но она как бы официально не, к первой второй вроде как не относится. Как-то так. Я с этими спин-оффами. А, рефрижератор, морозильник. Ну да. Там, по-моему, нужно будет что-то заморозить или наоборот достать что-то замороженное. Блин, собачка. Это, наверное, аналог собаки. Ну вот, блин, тоже вот я пока достал этот дробаш мой, меня уже коцнули. Занятно, как я себе под ноги стреляю, а выстрелы, я не знаю, на всю комнату разлетаются. Ну не скажи, в Resident Evil 1 и 3 есть загадки. Я вот сейчас помню, к примеру, в Resident Evil 1 загадка с картинами, к примеру. В 3 загадка с этим, как тому... Сейчас с этими, с мелодией там нужно было подбирать, короче, музыку. Так, в Resident Evil хватает загадок. Кстати, вот, да, это отсюда ключ, вот, левел 2 ключ, все, это понятно. Подожди, вот тут написано, в Parasite Eve 2 есть загадки, в отличие от первой и третьей части. А, он имеет в виду, в отличие от первой части Паразита, я понял. А какие там загадки, я уже не помню. Я помню, проходил Parasite Eve 2, я еще тогда себе прочитал сначала, как его пройти в детстве, на 100%, чтобы всех спасти. Ну да, я сначала прошел его просто, прошел, там у меня тут трупы были среди героев. Потом оказалось, что можно пройти, спасая всех. Но я перепрошел потом, уже вот спасая всех. Это несложно сделать, но... Конечно, если ты не знаешь как с первого раза, то вряд ли ты это сделаешь. Так. В самом деле, блин, у нас вот это немножко мне не нравится. Оказалось, что это дробаш, это чисто имбовое оружие. Все остальные уже все вот, по сравнению с ним. На тебе, красавчик. И еще тебе, красавчик. Так, не сдается, да? А, Вайс, а тут, короче, не просто экипаж питомца притащил. У них тут есть, короче, питомник. Тут есть, короче, ну, помещение, в котором питомник, прям, клетки такие с животными. У них даже есть корова здесь, в этом. Они, ну, тут, короче, проводились, короче, эти опыты над животными проводились. Ну, какая-то там, я не знаю, в чем они заключаются, но тут много животных было, именно, как бы, не экипаж, не просто экипаж привез туда животное, так вот, знаете, как... Ну, просто захотелось какое-то домашнее питомство. А здесь именно были животные, вот такие, которые именно животные, вот, то есть, скажем так... которые привезли, скажем так, официально.
Так что здесь животных хватало. И кошки были, судя по всему, и эти крысы там, и ну, и как минимум одна корова есть. Мы ее даже видели. Так, где я нахожусь? Угу, отлично. Здесь только одно помещение. Ну, давайте его сразу и проверим. Хотя сначала сбегаем в одну сторону, может, вражина есть какая-то. Да. О, кстати, какой-то что-то новенькое, по-моему, да? Такого не помню. Все, что ли? Три... Нет, еще... Встал, собачонок. Вот теперь... А, не... блин, он еще живой. О, теперь все, да? Не-не-не. Вайс, эксперименты над животными тут были еще до заражения. Заражение у них из космоса пришло. Они ж, это ж подобрали шаттл, который упал. Ну не шаттл, короче, капсула. Короче, капсула сюда упала. Так, надеюсь, тут нет какое-то что-то важное. Ну, если есть, то ничего страшного, потом гляну. Ну, короче, упал, короче, этот... шаттл, короче, ну, капсула, короче, упала, которая 40 лет назад улетела в космос. Они, типа, подобрали сначала на подводной лодке, подобрали, привезли сюда, потому что там было что-то для, важное для экспериментов. И вот они ее, скажем так, экспериментируют. Так, что это у нас? О! По-моему, я сейчас взял... да. Я, короче, сюда взял эту фиговину, которая, ну, это, и не знаю, которая поможет мне закрыть, короче, это пробоину в отсеке. Я, конечно, не уверен на 100%, но мне кажется, это именно она. Так что все отлично, я теперь знаю, куда идти. А что у нас здесь? Ну, тут должен быть тупик, понятно. Да, тут вообще нет. Тупо такое вот тупичковое помещение. Ну, сначала обследуем все помещения здесь, но не пойдем. Ну, и, короче, это нужно пробоину заделать, чтобы мы могли откачать воду в одном месте и взять там эту... Короче... кислородный баллон. Это то, на чем я на прошлом стриме, короче, запарился, скажем так, застрял. То, что привезло меня... Замешательство. Так. Так, я вообще сейчас вот туда, интересно, бегу или не туда? Привет, Дима. Так, карта. Нет, я, кажется, не туда пошел, потому что я хотел пойти в другое помещение. Или сюда, так, блин, я по этой карте ни хрена не ориентируюсь так. Ай, так. Нет. Это я пришел с того коридора, а я хотел пойти в коридор. Ну, скорее всего, нам будет закрыто, но мне нужно проверить. Вдруг там дверь все-таки открыта будет. Сейчас проверим. Не знаю, можно, конечно, звук добавить в самой игре, если вам кажется, что он тихий. Но тогда звук в роликах будет просто орать. Тут такой дисбаланс какой-то между роликами и самой игрой. Особенно между разговорами в игре. Это вообще капец. Уколов? Не знаю, фамилии на самом деле это... Я об этом не задумываюсь. Какая фамилия? Так, ладно. Так. Да, вот можно зайти. Я там, где я думаю. Да, и вот получается тут целых, короче, две комнаты и плюс спуск вниз. Ну давайте проверим. О, блин, еще и враженчик. Хорошо. Ах ты, блин, я думал он далеко, он казался близко. Хотя по счету мне хорошему нужно отсюда уходить, короче, нужно идти уже сразу заделать эту ерунду. Но хочется уже исследовать все. Вдруг тут что-то есть такое, не знаю. О, вот, кстати, что тут лежит тут?
О, кассета номер один. Отлично. Мы уже смотрели кассету номер два, и это, короче, не обязательная фиговина. Знаете, меня смущает вот это вот, что нам постоянно показывают вот эти, как там их, воздухозаборники. Может, нам заставят, короче, нам потом оббегать все эти заборники, не знаю, там, и что-то с ними делать? Может, что-то вставлять туда или, не знаю, наоборот, вынимать от них? Вот это немного меня смущает, на самом деле. Я ж не помню, в каких помещениях они были. Они во многих были, на самом деле. Ладно. Угу. Так. Угу. То есть сюда не пройти, оно закрыто. Ну, тут еще лестница осталась. Так. Лестница. Ничего. Ну, да нет. Я вон только начал. Так, где я оказался? Угу. Тут тоже какое-то помещение. На самом деле, еще много помещений, которые вот такие вот одинарные. Так, что это помещение? Не знаю, что помещение нас сюда не пускает. Мне, знаете, я больше не уверен, то, скорее всего, в финале еще придется сбежать, короче, еще, наверное, все будет взрываться, короче, мы будем бежать. Такое уже было пару раз. Ну, я не знаю. Это как классика жанра. Так. Так, ладно. А, тут, походу, дверь вообще замурована, он, мне кажется, да? А, нет. Просто растрескалась. Так, ладно, все. Иду куда нужно. Так. Блин, мне на самом деле еще вспомни бы, как отсюда выходить. Нужно через лестницу выходить или просто... Так, лестницу я увидел. А нет, просто бежать, 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 бежать.
Так, поехали. Вообще, насколько я знаю, Сатурн, по-моему, был даже мощнее Соньки первой. Только на него было писать тяжелее. Хотя, может, я путаю. Так, убираем оружие. А, где три героя на Марсе? А, я что-то такое помню, короче. Да, я такую игру помню. Но я, по-моему, она на PS1 выходила. По-моему, на Соньке первой я в нее играл. Но насчет ПК я не уверен. Ну, что-то такое я припоминаю. Про Марс. Да-да-да, такое что-то припоминаю. И там тоже, по-моему, что-то с вирусом связано. Вот когда ты сказал три героя, вот именно, вот это я что-то такое помню. Так. Что мне сейчас нужно сделать? Нужно сейчас мне... На самом деле было бы неплохо себе патрончиками пополниться, но ну ладно. Ладно, обойдемся. Так, ладно, все. Не знаю, нужно ли нам сейчас к негру подойти, ну типа сказать, что мы нашли этот баллон или не нужно, но подойду. Да. Нет, видимо, нам придется самим заделывать. Хорошо, выходим. Так. Теперь вспомнить, какая дверь отсюда выводит. По-моему, или это, или... Или не это. Так. Нет, не это, это я вижу сразу, это дверь в эту, к фуникулёру. Так, патроны сначала. Отлично. Так. Все, короче, все, что нужно у меня есть. Сейчас мы доделаем, короче, эту дырку. Откачаем воду. Вот я только не знаю, вот воду откачивать, это же, наверное, придется еще какое-то другое помещение идти. Какое помещение откачивает воду, я вообще без понятия. Это, наверное, придется смотреть в этом, блин, гайде. Или оно автоматом начнет откачивать воду, когда пробоина заделается. Вот, надеюсь, автоматом. Вот если нет, то, точнее, в гайде смотреть. На YouTube лезть, как в каком гайде? У меня гайда-то нет на Сатурн. Вообще интересно, у нас Сатурны хоть в стране продавались. Знаю, что Nintendo 64 продавались. И даже Panasonic 3DO продавались, даже у нас в городе. То, ну, Nintendo было это. А Сатурны... В Москве, наверное, продавались. Там, наверное, там все продается.
Так в обычном городе, не знаю даже. Блин. Я вот не помню, где помещение, где можно видео смотреть. Но все тут не обязательно. Там такое типа кинотеатра. Но он точно не здесь. По-моему, было там, где вот эти вот... Значит, туда, где я иду. Так. Так, кстати, нам, судя по всему, эта девчонка оставила записку, куда она свалила, потому что... Ладно. Так, item. Используем вот этот вот. Да. Так, сохраняемся. На самом деле, могли бы сделать эффект, если бы у них цвет не голубый. Ну, типа, у них же вроде как генератор аварийный работает. Был бы такой эффект, прикольно было бы. Хотя, наверное, это бы система нагружала. Resident Evil 4, да ничего, так я его прошел когда-то. Я когда играл, на самом деле, на PS2, поэтому у меня впечатление от PS2 всегда остается в версии. На PS2 он очень казался очень крутым, очень графонистым казался, как по мне. На ПК, конечно, это печальное зрелище. Так, сейчас обойду тут все двери. Тут, по-моему, какая-то дверь ведет к этой... к залу с просмотрами. О, да, вот это он. Я как сходу его нашел. Стоп, что-то валяется. По-моему, да? Так. Сюда, да? Так, айтем. На первом ролике это была как раз капсула, которая упала в эту... Он что-то прервался быстро. То ли он такой и был короткий, то ли просто... Не знаю. Так, ну все. Раз я нашел эту ерунду сразу, тогда можно идти на лифт и ехать на третий этаж. И идти заделать пробоину. Так, пробоину. Так, пробоина у нас, значит, здесь либо слева, либо справа. А девчонка, получается, находится выше, на втором этаже. Точнее, нам, да, не девчонка нужна, нам нужна эта. О, блин! Я не люблю с таким играх, когда вот враги бесконечно... Ну, я на самом деле, это для этой игры это простительно. Нам же и бесконечно дают патронов пополняться, и поэтому враги бесконечно появляются. Это на самом деле нормально. То есть, если бы у нас патроны были конечные, а враги бесконечные, то это все-таки... Можно, конечно, было их оббегать тогда, но учитывая, что уже говорил. С бесконечными патронами я смысла их не вижу оббегать. Тем более, что кислорода, когда я нашел эту губную эту добавляшку, всегда хватает. Живучие гады.
Все, готово. Так, сейчас, секунду. Так. Не сюда. Давай, давай. Отлично. Это было немножко неожиданно, на самом деле. Так, закрываем это. Так, ну что, заходим. Кстати, под водой тоже могут быть монстры, но у нас для этого есть подводное оружие специальное. Как вода не выливается, когда мы открываем двери, об этом не спрашивайте. Тут вода такая, киселеподобная, наверное. Так. Да я помнил эту игру про Марс, я когда-то в нее играл даже. Так, используем. Так, ну вот мы использовали жвачку. Ага. Но вода не откачалась. Она не прибывает, но и не выливается. Видимо, тут, короче, так. Да, система откачки, система откачки. Вот если бы я... Она, судя по всему, она не в этой комнате находится. Сейчас нужно еще осмотреть, может, все-таки здесь. Я думал просто, что она как бы работает, система откачки, просто она не может справиться, потому что, ну... Потому что как бы открыта эта фигня. Но все-таки нет, наверное, тут система прокачки... Откачки в другой комнате. Ладно, свалим тогда отсюда вот. Здесь тоже не здесь, скорее всего. Может, вот здесь вот? Блин, а если эта система откачки, блин, на другой конце карты, то это, конечно... Ну, это понятно, игры того времени. Нет. Я не знаю, где-то система откачки.
Раги, а ты не помнишь по тем комнатам, в котором я ходил до этого? Ничего похожего не было на систему откачки? Ладно, выхожу. Ну, короче, народ, я просто сейчас полезу на YouTube. Но это без YouTube это бессмысленно. Я просто не знаю, где находится эта система откачки. Я найду это, понимаете, это несложно. Я просто бегу все комнаты в этом помещении, но это у меня займет минут 20, а то и 30. Мне кажется, я проще просто посмотрю, да и все. Это просто я время сэкономлю. Это не знаю, это не облегчит и ничего не сделает, не добавит сложности. Просто вот немного сэкономлю времени, да и все. И себе, и вам тоже. Что я. Ну, где-то есть это откачка. Может, она даже в этой комнате все-таки, может, я что-то не заметил. И такое может быть, на самом деле. Я тоже не супер внимательный, на самом деле. Как кто-то мог подумать. Так, система откачки. Просто хуже всего, что если раньше мне как-то посылали какие-то координаты, примерно давали, то сейчас мне просто говорят про эту систему откачки. Я, в принципе, типа как бы должен, ну, понимать, где она находится. А я не понимаю, где она находится просто. Ой, ладно. Система откачки. Сейчас. Давайте сходим к девахе. Может, она здесь, эта система откачки? Ладно. Сейчас сохраняюсь. Прерывать стрим не буду, просто поставлю, короче, заглушку и полезу на YouTube. Ну, я не знаю, где она. Это можно так лазить до бесконечности. Так, все, короче, народ, пока, подождите пару минут.
Так, я понял. Да, ну, она не то чтобы тяжелая игра. Просто я же не знаю английского языка. А, и как мне понять, короче, где это находится? Вот система откачки, короче, я вообще не понимаю, как это по-английски будет писаться. И искать это помещение для меня это. Но я сразу говорил, что у меня с игрой будет проблема из-за того, что я не знаю языка. Если бы я знал английский, я просто искал бы систему прокачки. Так, а тут. Ладно, заходим. Опять с ней проблема. Так, а вот сейчас вот я не понимаю, вот что я не так сделаю. Вроде сейчас должен был ролик вроде пойти должен был. Или нам нужно с собакой пообщаться. Блин, капец, что-то я не так сделал. Ну, она заболела просто. Блин, забыл, это кислородом всем заполнится. Блин, если сейчас не поможет, пойду опять смотреть. Я, видимо, что-то пропустил, короче. Я вот я не знаю, вот там вроде как должен зайти к ней, она должна мне карточку дать, которая, ну, пароход, короче, мне откроет. Я так думал, что это карточка от того места, ну, от системы этой прокачки, откачки. Блин, ну вот как тут понять вот по этим, вот где здесь эта система откачки, блин, воздуха, вот где, вот тут, тут, тут. Ну, не в гондоле, это точно, вот тут. Не знаю. Я не понимаю по этим по надписям, ни хрена по этим английским. Так вообще мало того, что эти надписи. Тут же каждое помещение еще тоже свою надпись имеет. Вот. И, возможно, какая-то из этих помещений и есть система откачки. Знал бы я английский, я просто их перебрал бы все и понял бы, куда мне нужно бежать. Но я же не знаю ни хрена, поэтому не только на ютубе смотреть. Иначе это затянется минут на 30, покуда это все помещения оббегу. Тут их немного, но все равно, пока загрузки, пока их всех оббежать, это время занимает. Нет, что-то не то, блин, ролик не идет. Я, знаешь, что-то до этого не сделал. Блин, а что я до этого не сделал? Я ж вроде дырку залатал, она все сделала. Тебе кассету дать? Так, ладно, сейчас тогда гляну еще раз. Я что-то попутал. Так, ну вот тут он сделал то, что я залатал, да, и что дальше?
Походу, я уже оттуда воду откачал. Собственно, я что-то не понимаю эту систему, но, судя по всему, вот это вот... Блин, я до этого тоже бы фиг бы допёр бы, на самом деле. То есть, я сначала потом тоже, кстати, Джет подумал, что я не все залатал. Но, судя по всему, вот... Вот эта вот манипуляция, вот она, сейчас покажу. Просто если сейчас это не сработает, я тогда не знаю, потому что вот я все делаю правильно, то есть. Тут все так, в принципе, как уже говорил, интуитивно понятно, тут ничего сложного нету. Вот. Вот, судя по всему, вот эта вот манипуляция, короче, откачивает воду. То есть наполнение воздуха... Может, это и есть смысл, как бы... Я как бы наполняю воздухом помещение, и воздух как бы вытесняет воду. Ну оно ж вроде... Работает только на это помещение. Или оно на все работает. И, наверное, в этом смысл. Ну, блин. Так-то они так бы и сказали бы, что вот этот... А не комната какая-то откачки. Хотя... Ладно. Просто если сейчас вода останется, то значит я что-то не то сделал. Так, смотрим сейчас. Так, это не то. Видимо, что-то. Так. Да. Капец, короче, откачка воздуха заключалась в том, что... Точнее, откачка воды заключалась в чем? Я просто должен был пойти, короче, и впустить сюда воздух. Вот, то есть, ну, типа, нажать кнопку впуска воздуха. Я, серьезно, блин, я думал, какая-то будет, ну, знаете, вот, ну... Какая-то специальная какая-то комната, просто, и, не знаю, ну, как-то странно, блин. Но воздух же идет по воздуховоду, неужели и по воздуховоду вода откачивается? Что-то тут я не понимаю эту концепцию. Наверное, просто, как бы, воздух накачивается в комнату, и он, как бы, вытесняет воду. Наверное, в этом... Да, беру то, что нужно. А, стоп. Во. Во, я взял то, что нужно, и сваливаю отсюда. Кстати, все знают главное правило, короче, этих хоррор-шутеров. У нас уже первый такой случай был. С пареньком в батискафе. Хотя это даже правило не хорроров, короче, это вообще правило всех, короче. Так, ладно, получила эту фиговину, еду вниз. Негры всегда первые, один негр у нас уже был. И теперь настала очередь второй негритянки. Она должна нам ключ дать, по-моему, какой-то. А, видимо, у нее же остался ключ от этой, короче, от батисферы. Блин, не от батисферы, а от бига этого... Ну, короче, биг костюма. Ну, короче, от подводного костюма, видимо, для высокого давления. И нужно, по-моему, так. Так. Да, вот сейчас мы вот... Сейчас мы вот вставим туда вот эту фиговину. Да, мы его вставили, но... Короче, завести мы его не можем. Потому что ключ остался у черненькой. Сейчас мы пойдем забирать ее. В смысле, не черненько загорать, а ключ загорать. Так. Come here, Rambo. What's the matter? Why are you so scared? Oh, don't.
so much. I've got you. What's wrong? John, my body feels strange. Could you turn on the light? Вторая черная пошла. Блин, вставай, мудила. Да блин, давай. Я хочу пойти сохраниться. Водолазный костюм, которому нужен ключ, не пущу на сигналку поставили. Но, возможно, там и есть сигналка. Это нужно было с самого начала сделать. Тут предшигон. Можно, кстати, от босса всегда уйти, вот так вот сохраниться. Но мне по-любому к ней возвращаться, потому что у нее ключ, короче, от этого от костюма водолазного. Ну и буду ее валить. Я так думаю, следующий на очереди ее папаша, короче, потому что кто у нас? Больше негров не осталось. Да вот, и играю потихоньку. Так, делаем сейв. Давайте восстановимся. Потом эти аптечки пополним. Ну и... Так, дробаш у нас есть. Хотя можно было бы еще больше пулек взять, но думаю, хватит. Понеслась. Получается, это наш третий босс. Первый был подлодки, второй был какой-то сморчок маленький, и этот вот третий. Блин, мне кажется, вот что вот это не совсем то помещение, в которое нужно босса запиливать. Еще и перезаряжаться нужно. Да. Да блин. Вот это, конечно, тупая битва. Все-таки боссы в Resident Evil были гораздо лучше. А здесь какая-то, блин... Еще не забывайте, что кислород отнимается от выстрелов. А, я, блин, еще и на бегу могу перезаряжаться. Блин, а я только сейчас... Я думал, перезаряжаюсь только, когда он стоит. Что там с ней? Ай, блин. И они могли бы хотя бы вот эту комнату сделать все, чтобы я увидела одним взглядом, чтобы... Блин. Чтобы вот мне не пришлось как каждый раз так вот что только бежал, короче, уже камера сместилась. Серьезно, тут комната, не знаю, пару метров, и все равно вот это не сумели сделать. Хотя тут есть большие помещения, на самом деле, которые, вот, не знаю, раза в 4 больше этого, и которые видно. Да, блин. И вот то, что нельзя аптечки сразу две штуки себя за один раз всунуть, тоже... Все, что ли, черненькая отправилась в номер. А, вот она. Так.
Жаль собачку. Остался он без хозяйки. Ну и хозяйку тоже жаль, на самом деле. Так, ладно, народ, что я сейчас делаю? Я сейчас иду, короче... Ну, мне нужно... Это понятно, куда? Нужно в этот... короче... В костюмчик нужно. Но я в костюмчик сейчас не пойду. Я сначала пойду туда, где я помню, есть лечилки. Восстановлю себе полностью здоровье. Восстановлю себе эти патроны все, потому что вдруг босс будет. Сами понимаете, к боссу идти нужно с патронами, со здоровьем. И с чистой совестью. Вот, кстати, патроны сейчас здесь установим. А вот здоровье, это придется отсюда далеко чапать. Это аж... на первом этаже будет там ближайшая полняшка. Отлично. 72 выстрела. Замечательно. Привет, Андрей. Я так думаю, еще один, максимум два стрима, я эту игру добью. Наконец-то она у меня будет пройдена. Если, конечно, что-то там не случится. Мало ли. Тут-то, в принципе, уже, не знаю, только один негр остался. Ну, из негров. Тут-то людей-то еще хватает. Так. Сейчас будет выход. Идем на первый этаж. Так. Теперь нужен лифт. По-моему, с этой стороны, да? Нет, все-таки с другой. Ну ладно. Бегу по кругу. Там на первом этаже сейчас пополните аптечки. Заодно можно сейчас сразу подлечиться. Последний вот схаваем. Вот так вот. И сейчас 8 штук наберу. И с чистой совестью прыгну в эти скалы. Блин, это еще нужно негру рассказать, что его дочка уже, скажем так, уже не с нами. Так. Куда теперь? Так, раз, два, три, четыре. Все. Все. Теперь, конечно, с чистой совестью иду к этому батискафу. Точнее, не к батискафу, а к этой. Как это называется? Биг костюм. Или как-то так. А что такого, что пришло? Ну, предупредили заранее, молодцы. Или в чем дело, Аркер? Сиди дома, да и все. Ну, может, просто у них теперь, как бы, типа, продвигает новые технологии, стали теперь, как бы, ну, в эти социальные сети, короче, это все двигать. У нас же все это ж долго запрягается. В Корее, вон, вообще эти, даже решения суда приходят по смс, кому у них там, ну, вообще уже, по-моему, бумаги не печатают. Всем, как просто на мобилу тебе приходят, и все. У нас, конечно, до этого еще далеко. Но... Так, ладно. СМС от МЧС. Так, ладно. Все. Ну как, все, это не конец всей игры. Просто сейчас в батискафе скажу, куда нужно. Может, там что-то сделаю. На самом деле можно будет завязывать. Конечно, до 10 я тут не посижу, скорее всего, с вами. Но часиков до 8, думаю.
Да, Фриз, тебя, особенно тебя, наверное, пугает минус 2 мороза. Это, конечно, это вашим там землякам сказать твоим, мол, 2 мороза, короче, это и сильный ветер. У вас, наверное, 2 мороза, это почти как лето. Ну, весна, по крайней мере, ладно. То есть, все-таки лето у вас тоже летнее. Так, ну что, сейчас сохранюсь, раз я уже пришел к этому батискафу, точнее, биг костюма. Так, сейв. Ага, ну да. Так. Ну что, применяем теперь. Стоп. 4-1-7-1. Это не отсюда, что ли? А, нет, отсюда. Блин, девчонка не сдается. А ну-ка. Это мне, знаете, напоминает Resident Evil 2, когда ты этого босса бьешь. Сначала раз, когда он еще почти как человек, только там немного. Там второй раз, третий раз, четвертый раз. Ну, имеется в виду, там, на сколько там, 2 диска, по-моему, ты его раз 6, по-моему, бьешь, пока аж до финала не дойдешь. Надо. Чего? Нифига себе. Интересно. То есть... Так, ладно, карта. Куда мне тут... А, тут на самом деле выбор-то не очень-то и большой, на самом деле. Тут только починить этот тут свет, короче, и все. По идее, тут как бы получается вот эти решетки должны не давать сюда рыбы, рыбы проникать, но, видимо... Да. Ну тут автоприцела не хватает. Он, походу, тут рыба бесконечная. Так, что тут валяется? Но, видимо, это мне не нужно. Давай, родной. Плыви. Блин, код нужно вести. Видимо, все-таки что-то важное есть, короче, вот в этого. Блин, ну вот бесконечные враги не любят. Дайте вот убить их, и нормально мне... Еще и попасть по ним не могу нифига, вот определить, где вот... Так. Ладно, убираем оружие. Блин, я хочу этот не костюм осмотреть, а вот этот чемоданчик, который с ним рядом. Нет, нифига.
Так, может я рано сюда пошел? То есть какой-то код еще нужен, а у меня что у меня вообще тут есть в айтемах? У меня есть только вот этот 4171, но это ж код не для этого, это ж код для вот этого. Да, кстати, в Resident Evil 3 тоже этот появляется постоянно. А, то есть мне вот сюда вот нужно, да? А не туда, куда я попёрся. Ну, в принципе, наверное, урон не идет, потому что это же рыбы, а что они прокусить не могут этот костюм. Так, я не назад случайно вернулся? Нет, не назад, так. Честно, может это плохо, что я столько патронов с него потратил? Да я знаю, можно не месяца побить, и с него будет выпадать детали для пистолета, там, или аптечки, там всякая фигня, короче. Я помню, что там его током в некоторых местах можно было бить. Ну как детали для пистолета, в смысле детали для оружия, правильно так говорить. Так, карта. Ага, ну тут выбор на самом деле небольшой всего. А, нет, стоп. Тут помещения не так уж и мало, тут еще спуск вниз есть, тут, то есть тут помещений хватает. Ну да, я убивал для частей оружия. А значит, получается, по-моему, я на нормале играл, и части оружия все равно были. Или я на харде играл. Странно, я обычно на харде в игры не играю. Так, ладно. Блин. Так. Тебе подарочек. Еще один. И еще один. Блин, ты еще живой? Блин, тут с трех выстрелов загнулся, а этот... Ладно, нормально. Так. Так. Что у нас? Оружейка, отлично. Он, конечно, жирный в плане КБ-шагу, но там дело в том, что даже не в том дело, что не везде жирный. В том дело, что когда ты его валишь, ты не хочешь на него тратить хорошие патроны. Хочешь как бы патроны беречь, ты же не знаешь, когда игра закончится. А когда уже знаешь, и ты понимаешь, что тебе примерно патронов хватит, в Резиденте, на самом деле, все упирается в патроны. Мне вообще кажется, там боссы только ради того, чтобы с тебя патроны сбить. То есть они все легкие, если, к примеру, их, не знаю, там, ракетами мочить. Но при этом, если... Ну, не ракетами, почему-то таким мощным. Но при этом, если ты мощно на одних потратишь, то его не будет на других. Поэтому всегда думаешь, оставить на следующего или этого убить. Ну, это когда первый раз играешь, опять скажу. Потом, когда ты играешь, ты уже все знаешь. Что-то... Так. Карта. Ну, Магнум, да, можно, к примеру, босса легко убить с Магнума. Ну ты, блин же, Магнум бережешь для финального босса. Да я знаю уже, какие там финальные. Не, на самом деле я Магнум тратил в первой части на этих, на тех, которые на потолке лазят. Они вот, по-моему, с одного или с двух выстрелов с Магнумом убивают. С остального оружия очень муторно их было бить. Вот на них я тратил Магнум. Так, тут где-то лестница должна быть. Вот она. Так, понятно. Опять местные собаки. Дробаш у нас, судя по всему, рассеиванием не обладает. Он лупит тут, не знаю, всю мощность любого расстояния. Или обладает. А, я сейчас про этот, про Resident 1 говорил. Про первый говорил. Ну, там есть такие, которые с потолка, короче, свисают. Вот их, у них ближе к концу игры попадаются. Их вот тяжело с другого оружия бить, кроме как с Магнума. Так, а ну-ка, что у нас за местность? Так, судя по курсу, но впереди у нас помещение можно пройти, а слева какое-то маленькое помещение. А, блин.
Отлично. Так, используем опять лечилку. Ничего, у меня еще полно хороших лечилок. Тем более, я примерно помню, где их можно еще наделать. Так. Может, нас допустят? Нет, закрыто. Не пускают. Кстати, да, в третьем можно патроны самому делать, я помню. А, звук, короче, в этой игре звук, ну, в роликах хороший, а когда с людьми разговариваешь, очень тихий, поэтому я его искусственно громче делаю. Не знаю, там вам становится лучше слышно или нет, поэтому бывают проблемы. Я не понял, я понял с разговора, что он мне куда-то проход откроет, короче, чтобы я что-то починил, короче, это я суть уловил. Не, Роман Ермаков, я с эмулятора играю, к сожалению, на реальную приставку у меня денег нет, она Сатурн слишком дорогой. Кстати, файлы. По-моему, мы тут уже собрали сколько тут файлов. Кстати, можете видеть, что игра к концу подходит логическому своему. Может, почти все файлы заполнены, на самом деле. Сатурн — это удовольствие не из дешевых, на самом деле. Так. Стоп. Закрыто? А разве он не... А, или он не открыл вот то помещение, куда я не мог пройти этим роботом. Так. Задержка. Попробуй на кибергейме вообще смотреть. На кибергейме не должно быть задержки. Так, стоп, что мне говорит? Так. Кулан сторож. Это случайно не... Так. Так, ладно, он мне где-то открыл проход. Сейчас я еще эту дверь проверю еще раз. Нет, это она точно не открывается. Тут тоже не открывается. Так. Пульт. Пульт не работает. Так. Помните, это тут была дверь закрыта, да? Да. Сейчас, если она не открылась, то, возможно, мне батискаф на дверь открыл. Нет, открылась. Так. Что же от меня тут хотят? Видимо... Я что-то должен сделать с этими... Они, судя по всему, то ли в какой-то слизи, то ли в какой-то... То ли, не знаю, то ли просто их... Ну, в слизи какой-то, короче говоря. И нужно что-то с этим сделать, да? А куда мне туда теперь, интересно, если вот... Хорошо, помещение это открыто. Но я понимаю, что мне нужно чем-то эту слизь очистить. Наверное. И, наверное, нужно вот тут что-то нажать, чтобы запустилось. И что-то есть из-за этого? Мне только это. Это, кстати, почему у меня это не исчезло?
Особый сорт клея. Ну, я понимаю, нужно чей-то растворитель мне, наверное, нужен. Только я не знаю, где этот растворитель находится. Это придется обратно всю базу оббегать, чтобы понять. Наверное, в коморке какой-то лежит. Ладно. Посмотрим. Стоп, а может пойти к нему сказать, назад сказать, что типа там, ну, типа я не могу открыть, потому что там клей, и он мне может что-то другое сделает. Сейчас пойду попробую. Так. Ну-ка. The valve is stuck from rust and resin. Is there any other way? The only other way is to blow up the coolant tank with explosives. Explosives? Where can we get those? The explosive storeroom is in the separate connection park. There should be C4 explosives. How do you get in? You need the passcode. It is 3742. There's no time. Hurry and get it. I'll be right back. Так, 3742. Сейчас запишу. Все-таки Райкери в этой игре есть поклонники, но меня это радует на самом деле. 7. Че, игра хорошая. Конечно, не сверх игра, но все-таки. Так. Теперь, куда мне с этим кодом нужно приткнуться? Сначала вернусь обратно к этому месту. Там была какая-то панель с цифрами, может, на ней нужно вводить. Но мне кажется, он мне дал, короче, этот пароль. Так, вот тут какая-то панель была с циферками. Нет? А, это вообще, это, по-моему, даже не панель с циферками, а какая-то непонятная панель. Ладно. Значит, на выход. Хочет сделать. Так. Так, ничего. Ничего. Не открыто. Ничего. Так, все. Все, отлично. Значит, с этим завязано. Знаете, было бы вообще неплохо, если бы они не показывали помещение, в которое как бы не могу пройти, потому что там код нужно ввести. Но тут, походу, пока мне не дадут, скажем так, этот код, я не узнаю, что его набрать там можно в этом месте, в котором нужно набирать. Так. Так, значит, отсюда я пришел. Патрончики, отлично. Так, это мне не нужно. А, нет, нужно, точно. Мне нужно сохранить. Нужно, нужно. Так, сейф. Отлично. Слушайте, народ, а не знаю, если кто более-менее понял, что он мне сказал, а что он вообще от меня хотел? Чтобы я ему достал этот, как там, вот... Просто он мне дал, ну, проход, куда мне нужно идти, или чтобы я, короче, дошел
ну, с этим, с растворителем он меня послал, как бы, или уже сразу туда, куда нужно, он мне дал этот код. Ладно, ну, в любом случае, так, здесь я уже все обошел. Получается, на выход. Ну, сюжет, да, в принципе, можно сказать, смелым. Тут, конечно, только с водой проблема. Почему она не выливается, типа, когда я открываю дверь в комнату, где вода? Могли бы как-то сделать, чтобы вода как-то по колено стояла у игрока. Ну, так было бы как-то, не знаю, мне кажется, более логично. Но, я так понимаю, наверное, просто это сильно мощно было для тех времен. Хотя можно было какую-то воду такую сделать примитивную. Так. Ладно. Залазим в наш, да, агрегат. Так понимаю, эти рыбы, они только тормозят меня своими ударами, то есть они меня ничего другого не делают. Канал Фрэнка, это не PS1. Это Сатурн. А вообще на PS1 я Хиносагу сейчас играю, Хиногерс точнее. Когда я ее пройду, не знаю на самом деле, что будет. Так. А, блин, так. Да, сюда вот так, где-то 3-7-4-2. Так, ну на самом деле пока что все понятно. Даже без знания языка все у меня прекрасно так. Не-не-не, код сработал, Джет, вот, супер. Я просто нужно было на двери нажимать, короче. Я думал, там с боковушки там было, типа, этот циферблат. Мне казалось, там нужно нажимать. Так, что это у нас тут? Патрончики, да? Для дробаша. Ну, хорошо. Кстати, карта, где мы вообще находимся. Угу. Тут небольшое помещение. Я понимаю, мы сейчас тут растворитель возьмем. Спаун на PS1. Так. Сразу. Вот это о том, как кислородом, на самом деле, она прикольная. Ну, блин, она... То, что у меня вот эта фигня, ну, дополнительный кислородный баллончик, который дают почти в самом начале игры, ну, буквально там, спустя час игры, то, по-моему, портит всю задумку с этим, с хардкором. И вообще не чувствуется нехватка кислорода. Is someone there? Who are you? John Mayer, ERS. Can't get away from you. It's me, McCoy. Colonel McCoy? Stay where you are! Listen from there. The time left is short. No. Yes. My body is being taken over by a creature. I can't remember. This is called Iron Fist. I'm reaching my end. John, there's something I want to tell you. What? About Stella. At the time of the accident, you probably tried all you could to save her. Yes. These 3 years, I... needed to talk to you, but if I did, I would blame myself for letting you and Stella go. Colonel McCoy. Don't come any closer. I don't want you to see me like this. I always thought of you as a brother. I wanted you, after you and Stella got married. It's a Colt, M1991 A1. It's from my father's generation. The pride of a strong America. I wanted to give you this. Colonel McCoy.
Okay. Go. Iron Fist is gonna take his last shot. What are you gonna do? I'm gonna blow this place! Get out of here! John! Kill a creature for me! Так, дали нам новое оружие и дали нам растворитель, который, как ни странно, оказался взрывчаткой. Ну, знаете, главное, не важно, какой растворитель, главное, что он работает. Я так понимаю. На всякий случай нужно сохраниться, вдруг тут придется какое-то на время там или еще что-нибудь. Так. Кстати, где наш оружие, интересно, но... А, вот он. Может, это еще даже будет круче, чем наш дробаш, которого... Посмотрим. Ладно, попробуем этот... Ну, в принципе, я надеюсь, если я правильно понял, конечно, то, что он мне сказал, чтобы он, типа, он подорвет здесь все нафиг. Видимо, он кнопку нажал, эту на взрывателе, и когда она типа, превратится, он ее отпустит, и она взорвется. Если я правильно все понял. Так, ладно, плывем. Да. Taking you with me, damn monster! Если так подумать, он бы мог бы нам дать чуть больше времени, чем вообще, блин, не знаю, полминутки. Хотя, да, ему сейчас не до того было, чтобы нам время давать. Ладно, минус еще один. Блин. Ну что, что-то, конечно, он вроде мощный, но и патрончиков не так уж и много, на самом деле. Да, костюмчик сломали. Джет, ты прав. Ну, все-таки я же добрался сюда как-то, значит, он все-таки работает. О, блин. Да блин, они меня зажали. Просто их нужно убить, они мне нормально не дадут сползти по лестнице. Если я буду спускаться, они могут меня... Да блин.
Так. Все, у меня 2 патрона осталось в пистолете, поэтому на него уповать больше смысла нет. Отлично. Ох, кстати, сейчас патрончиком заряжусь. Ну да, тут у них взорвалась эта станция, которая кислород делает, та, которая энергию делает. Не просто утечка воздуха, у них нехватка воздуха. Мне как бы должен это все. Так, починились, добавились. Добавились. И сохранились. Надеюсь, враги потом не появятся. Так. На самом деле осталось не так уж и много играть. Но, учитывая, что я, скорее всего, меня потом будет отправлять по тем местам, в которых я уже был, давая только их названия, то это, скорее всего, меня сильно затормозит. Кстати, можно опять пистолет вернуть. Что он, мне кажется, помощнее будет. Но обычно в таких играх, в каком оружии меньше патронов, то оружие мощнее. Не всегда, конечно. Так. Вражин вроде. Ну, сейчас применим наш расстроитель. Блин. Ну а что он не применяется? Так, на так вот. Так, что за фигня? Может, я не туда ее вставляю, сюда вот нужно. Наверное, из-за трупа, наверное, заглючило. Ну там же мне же раньше показывали эти. Сейчас выйду, зайду. Чё за фигня? Мне же показывали вот эти вот. Ну не панелька, а вот эти вот. Ладно. Может, не сюда нужно вставлять, а этому пойти отдать. Dubois, I got the C4. Are you okay? Yeah, yeah. Put the C4 in the pump, but there's nothing to detonate it with. We have to find something that could send a strong electric current. An electric current? Oh, yes, that's right. Put the C4 on the cooling tank panel. Tear apart the panel and expose the wiring. That way, an electric current can run from here. You're a genius. There's no time. Go and place the C4 on the coolant tank. Okay, stay put. Так. В общем, что-то нам еще найти нужно. Кстати, нужно использовать айтем.
Бред. Андро... Блин. Поднимайся в самый верхний башню, чтобы найти там кусачки, и в самый низ, чтобы открыть там дверь. Но это на самом деле норма. Так. Так, ну что, можете сейчас он тут применит эту бомбу? Давайте попробуем. Да. Занятно, он бомбу сделал. Я не знал, что можно просто взять кучу кабелей, короче, воткнуть их в эту, и получится бомба. Ну, ладно. Наверное, подразумевается, что от тока она должна взорваться. Может, она так и работает, на самом деле, эта взрывчатка, я просто не в курсе. Ну, если знали, просто взял, жмут, вырвал. Я не знаю, может, он минер в прошлом, может, знает, что делает. Ну, C4, я знаю, что это взрывчатка. Но я думал, что она взрывается только с помощью детонатора, а не с помощью электрического заряда. I did as you told me. Oh, the last thing to escape. John, can I push the detonator? The building is like my child. I have to do it. It's all yours. Oh, we did it. The temperature is falling. Gym is damaged. There's a tunnel that leads to the big table. Okay, let's go. I can't go in this condition. Don't give up. I've made up my mind, John. Get out of here. I don't want to hurt you. I will open the tunnel door for you with the remote. But hurry and go. Блин, капец, я все это время думал, что мы хотим на станцию кислород вернуть. Оказывается, мы это все это время должны были, ну, типа, как там его, ну, не дать этому реактору взорваться. То есть охладить реактор. А я думал, что вот это вот, у нас, типа, задание было кислород, короче, вернуть. Ладно. Ну, короче, реактор мы спасли. Ой, к большому столу теперь идти надо. Я помню, что где-то большой стол, по-моему, где-то в начале самый. Где я вообще сейчас окажусь, интересно? Так, карта. Блин, не файл, а карта. Угу. Ну, тут пока мисс выбора нету, просто вперед идти. Патрончики. Для дробаша.
Что он жирный какой-то? Это не босс случайно? Почему, может, он, я не так бью? Нужно сначала доктора обижать. А, так это, по-моему, это и есть этот, который превратился, да? Так. Наконец-то. Так, как там? Блин, последняя. Ну, это был босс. Получается, это был босс номер... Так, первый был на подлодке, второй что-то непонятное, третий была девчонка, это четвертый был, получается, босс. Я думал, может, с него ключ выпадет, но, судя по всему, ничего не упало. Так, ну, видимо, взрывы эту станцию окончательно подкосили. И, судя по всему, тут скоро уже и капец придет. Нужно сюда линять. Так. Блин, он живой еще? Или это был рядовой враг такой жирный? Что-то я не пойму. Если это рядовой враг такой жирный, то тут просто капец какой-то. Так. Так у этого что-то есть. Видимо, то ли граната, то ли аптечка. Ну, короче, того, чего у меня уже сувать некуда. Хм, блин. А в той комнате где-то был этот генератор, пополняшка. Ну, ладно. Да, но за немезида что-то дают хотя бы. За это вообще ничего дают. Тут еще где-то девчонка эта черная должна ходить. Она же как бы показывали, что она прям встала, сбежала. А, я помню это место. Тут еще было написано не ходить. Тут корова как раз еще обитает. А это оружейка. Хорошо, кстати, сейчас мы пополним. Блин, оружейка это, конечно, хорошо, но жаль. Видимо, лечилки придется хорошие тратить, если сейчас враги будут. Ну ладно. Я знаю, ничего страшного насчет этих лечилок, в принципе. Опять было все тихо-тихо. Но я понял, что какой-то danger, опасность, понял, то ли взрыва, то ли... Ну, короче, я понял одно, что с этой станции нужно сваливать. Тут уже больше ловить нечего, все. Ей скоро капец придет. Так. Sarah!
on, Sharon. Let's go back to land together. When you get back... What? Would you have an ice cream with me? Of course. Так. А вот и босс. Плохо, что придется тратить хорошие аптечки. Ладно. Да блин. Стоп, нужно оружие сменить на точный пистолет, уже вроде как помощнее. Да блин, как-то вот так что, вот как-то вот встать бы, чтобы вот она, не знаю, вот так вот. Блин, я, в принципе, я могу вспомнить, тут было место, где можно было фармить эти аптечки бесконечно. Вот там, где я делал, короче, одну вещь. О, она, может, застряла, походу, да? Я не понимаю, я по ней попадаю или нет? Попадаю. Вот и нету коровы. Жаль эту девчонку. Судя по всему, ей нравился, короче, этот наш парень. Главный парень на селе. О, дали нам ключ с финчиком. Интересно, а может я вообще мог эту корову не убивать? Просто этот ключ забрать, да свалить отсюда, на самом деле. Привет, Виарин. Так... Так, map. Так. А, ну тут, собственно, рай выбор-то небольшой, куда идти. Просто бежать чисто вперед тут. Уже все постепенно погибают. Это наш герой, он, кто с ним встречается, тут сразу загибается. Как-то так. Так. Так, а что здесь у нас? Угу, а здесь уже интересней. Здесь есть одна закрытая комната, получается, и одна с кислородом. Кислород нам не нужен, но вот патроны бы нам не помешали. Но патронов здесь нет, к сожалению. Так. Вот это вот закрытая комната, или... Или я сейчас не туда стал? Так, не туда. Ну ладно, не страшно. А, вообще туда. Or Sharon's life will be wasted. Sharon, this is what you wanted.
То есть она нас просила отпустить дельфина. То есть дельфин такой верный, короче. Если бы мы не пришли и дельфину не сказали бы, ну, слушай, дельфин, тут скоро все капец, ну, накроется, ты, пожалуйста, уплывай отсюда. Он такой, дельфин, да, хорошо. То есть если бы мы это не сказали бы, то дельфин бы, как я понимаю, здесь бы и остался. Вот, знаете, это мне как-то весьма сомнительным кажется, что она здесь бы остался бы, что у него не хватило бы ума самому уплыть отсюда. Ну, ладно. Допустим, допустим. Я еще подумал, что этим ключом дельфина должен дельфина выпустить, ну, открыть какую-то дверь, чтобы он уплыл. Это, кстати, достаточно логично было, вот, ключ дельфина для того, чтобы выпустить дельфина. Но, видимо, нет. Видимо, ладно. А может, вообще не обязательный заход был. Ты еще понять, куда этот ключ нужно вставить. Блин. Я записался, конечно, это хорошо, но я аптечки не хочу тратить хорошие. You found Anthony. Yes. Are we clear from the meltdown danger? Yes. I couldn't save everyone. I think you're doing wonderful, John. Don't get down on yourself. Damn, I think I caught a cold. Oh, we're all together. Anthony is in a bad mood, so I'm going to head back to the ERS room. Okay, Gina. Thanks. You're welcome. I forgot to tell you, the monsters, about the parasite cells. What? They're alternating generations, and seem to be definitely evolving. Evolving? Let's get out of here. Yeah. How much longer will the base last? The air unit is broken, so the atmospheric pressure has gone crazy. A couple of hours, maybe less. Well, either way, I'm heading for the Navy area. Be careful. You too. Так. Сейчас я вернусь назад, потому что там была еще одна комната, в которую я не заходил. Возможно, как раз в нее и ведет этот ключ дельфинчика. Судя по всему, у них на станции, не считая зараженных, остались только два человека. Этот негр... Блин, а он давайте воскрес. Да блин. В общем, не считая зараженных, то осталось два человека. Это негр и, собственно, вот эта девчонка. Ну и наш главный герой, естественно, конечно. Который круче всех. Так, вот этот. Вот сейчас попробуем. Так, вот закрыт. Сейчас попробуем применить этот ключик. Да, открылся. Видимо, это тоже какая-то необязательная комната. Это, наверное, комната вот этой, которая, ну, которая погибла. Так. Ну да, он везде, он, это дельфинячие, короче, эти фотки, он развешанные. Так. Тут какой-то отчет. В общем, кому интересно, ставьте на паузу, читайте. Или что-то я как-то разогнался. Так, я не знаю, может это важно для сюжета? Видимо, это ее дневник. Либо дневник, либо научный журнал, где да, там отмечено все. Ладно, мы получили эту фиговину, так. А понятно, это фотка наша у нее. На рабочем столе. Так, и все, что ли? Ничего больше нету? То есть, ну, в принципе, наверное, сюда ходили ради сюжета.
Вась, так уже у нас уже два негра уже загнулось. Это дочка его вот и самый первый. Двоих уже нету. Тут вообще трое, получается, негров было. И у всех троих, судя по всему, будет... Хотя ладно, еще неизвестно, что с этим будет. Может, мы и спасемся вдвоем, на самом деле. Два другана, так сказать, выплывут. Не, ничего тут нету, походу. Короче, ладно. Значит, мне нужно быстрее пойти и затариться этими аптечками. Плохо, что пришлось потратить аптечки второго уровня. Они редкие достаточно, но... Но я знаю, где их можно бесконечно получить. Ну, как... Примерно помню. Так, ладно, все, осваливаем отсюда. И теперь я не знаю, куда мне идти. В общем, что-то там у них там... Ну, у них по-прежнему проблемы с этой станцией. Куда-то мне негр послал, а куда он меня послал, я не знаю. Так. Ну что, он не хочет с ним разговаривать? Брезгует? Нет, не брезгует. Ага, Нави Ария. Ага. Что-то вот на Нави, 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 Нави. Если я... Так, это не то. Я где-то такую... Что-то я тут такое видел. А, вот куда мне нужно. Вот куда мне нужно. Ага, я предполагаю, что мне вот сюда вот нужно. Только, блин, как в эту Нави попасть, я уже не помню. То есть, вооружейку ты меня не пустишь, да? Ладно, шматяра. Ладно, ладно, я тебе все припомню. А, это, случайно, не та комната, где мы сейчас вниз там спускались. Да, это она и есть, по-моему, точно. Тут, по-моему, точно, точно. Так, ну-ка. Да, но тут за рубильником раньше негр сидел, он нас вниз спускал, а теперь кто меня спустит? Получается, нет. Это значит, мне не туда, куда я подумал. Так, или все-таки туда? Я не знаю, как тут вниз спуститься. Я, короче, просто подходил, короче, к этим, подборки открывались, и я туда вниз ехал. Но сейчас он что-то не делает так. Так, а может что-то тут есть на этом, на самом этом уровне? Что тут есть еще? Ладно, тогда, короче, пойду сохранюсь, на самом деле, если я все равно не знаю, что тут делать, пока и можно, в принципе, закругляться. В 10, если что, у нас костла, напоминаю. После костла, если я спать не буду, я, может, туда пройду тогда эту игрушку, наконец-то. Тут осталось-то уже, в принципе, финальные аккорды. Это если знать, что делать в финальной аккорде, если не знать, то... Так.
Так, так, так. Ладно, народ, я сейчас иду, сохраняюсь, и все, иду тогда. В общем... Ах ты гад. Чё этот некор на самом деле тоже гад? Не пустил меня в оружейную комнату? Так. Сейчас мы тут наберемся аптечек, правда, таких первого уровня, ну ничего страшного. Пусть первого. И заодно патроны пополним. Тут где-то маш... О, блин. Блин. Капец. Пожадничал. Нужно было бежать, короче. Где я сейчас появлюсь? Ай, а где я сохранялся? По-моему, тут сохранка была очень давно. Мне не пускали, не давали сохранки, давали только пополнялся воздуха. Ну, а блин, я не хочу тратить аптечки вот эти вот, которые тяжело их найти, потому что вдруг босс финальный будет сложный. Хочу больше сохранить. Блин. Ну давай быстрее, где я там уже появлюсь? А, ну, на самом деле нормально. Тут. Сейчас только нужно будет. Так. Отлично. Так, зайти, получается, нужно будет еще раз в эту комнату с этим. С этой. Ну, короче, комнату я же не использовал, получается, да, у меня же. Да, вот, дефиняющий ключ использовать, и потом идти туда. Блин. Да, блин. Готово. Привет, Олега. Семен Семенович. Так. Используем ключ. В общем, мне нужно добраться до этой станции, блин. И пополнить себе аптечками. И на самом деле можно по-хорошему сходить еще. Майкла Джексона Сеговского. Так его вроде у нас проходили. И Кейма даже СМСовского проходил. Так, это все я делал. И тут же больше ничего нету, да? И сеговская, и смсовская у нас, по-моему, проходили. Блин, дали бы хоть какую-то тут аптечку, было бы хорошо. Ну ладно. Все, отсюда теперь сваливаем. Мне по-хорошему вспомнить, где находится вот эта смешивалка, и там набрать себе лечилок хороших. Хотя, как ни странно, я умею делать хорошие, но не умею делать средние. Хотя вообще нет. По-моему, у нас... Так, ну это мы видели, это я пропускаю. Очень страшно, чтобы не смотреть. Так, а ну-ка еще раз карту. Может, у Саски есть где-то, где аптечки лежат, но, по-моему, нету. Ладно.
Так все-таки тут можно перезаряжаться. Блин. А этот в обзоре говорил, что нельзя перезаряжаться. А как я тогда перезарядился, это да, сам сейчас только что не понял. Но можно как-то перезаряжаться. То есть не обязательно все патроны ждать, покуда закончится, только туда перезаряжаться. Блин, а вот это понять еще, как я это сделал. Просто я смотрел обзор, он один из минусов игры поставил то, что вот нельзя, ну как бы, перезарядить половину пустой обойму. То есть нужно сначала все выстрелить, потом он автоматом перезаряжает. Но я только что перезарядился как-то. То есть, видимо, все-таки он не все это знает про эту игру. Что это за игрушка? А ты в Dash загляни и сразу узнаешь. Там даже еще и платформа написана. Привет, кстати, Кэт. Фэд. Ну, это этот, сатурная игрушка от Dead Sphere. Так, ну давай, показывайся. Так, пока что я на тебя не буду реагировать, пойду сначала откуда, потом уже застрелю тебя. Так. Блин. Как паль. Так, отлично. Сюда вот. Что? Ладно, а сюда? И сюда нет. Это плохо. Блин. А я рассчитывал там пополниться здоровьем и пополниться этим. А куда ж мне тогда нужно идти? Это я тоже все показывал. По-моему, на каком-то из стримов. Да, я в этой комнате уже был раз 10. Блин! О, что-то... Спасибо за патроны, но мне, блядь, птички теперь нужны. Я привык, что их бесконечно пополнять. И теперь меня, скажем так, попустили. Так, а здесь... Кстати, кстати, начальник, точно. Еще ж начальник остался. Ну да, я привык. Я ж туда и шел уже специально за аптечками. Я помнил, что тут аптечки есть в этой в комнате, ну, родной этого персонажа. Ладно, придется использовать одну хорошую. Все равно я сейчас пойду, поэтому все равно я не успею сейчас пройти и придется переигрывать. Поэтому ладно. Может, мне вообще сюда не нужно, я только зря их потратил, тут пришел в это место. Не, это не единственная хорошая игра на этой приставке. Так, блин, я не в ту сторону, что ли, побежал? Че я недавно проходил? Я, ну как же этот, не забывай, это... Панзер, это Драгун, который я проходил, две части. Это, для своего времени, это были прорывные игры. Так, и такого геймплея, на самом деле, никто не делал. Обычно в кабал-шутерах геймплей был налево-право ходишь, а тут по всему экрану можно было летать. Панзер Сага тоже очень классная RPG-шка. Только, к сожалению, она на английском. Тоже своя такая прорывная для своего времени. Ну, я их в той жопе. Ну, где-то их можно бесконечно было нафармить, но я не уверен, что теперь это место открыто. О, блин. Так. Что это такое?
Ладно, народ, меня позвали. Все тогда, короче, сейчас я стрим прекращаю, потом уже переиграю. Все равно я не знаю, куда тут нужно идти. Я думаю, или завтра уже допройду, короче, или, может, сегодня после косплея. Ой, в общем, как-то так. В общем, всем спасибо за просмотр. Я думаю, что следующая часть Зетфира будет последняя, если, конечно, сильно я не затуплю. Ну и напоминаю еще раз, в 10 часов у нас будет косплей. Я не знаю, может, если я успею все рано поделать, может, еще даже часов 9 запущу через полчасика, а может и нет. Так, ладно, а на этом я пока отключаюсь.